Всем привет! И сегодня у нас ролик из рубрики о земельном участке сельскохозяйственного назначения в Испании, о том, как я продолжаю его осваивать, что произошло. Ну и традиционно в форме дневника в этом выпуске я расскажу, что там происходило, какие работы осуществлялись, какие-то задумки, ну и в целом, что было интересного. Ну что ж, давайте смотреть. 9 апреля. Я на участке. Это вот сидровые сорта. Некоторые начали цвести, зацветать понемножку. Сейчас, как обычно, вначале посмотрим, что творится. Ну и дальше немножко поработаю. Уже вечереет, но тем не менее. Вот, а это другой сорт. Кто не забыл, у меня 4 сорта сидровых яблок, чтобы сделать нормальный, хороший, качественный астурийский натуральный сидр. Ну вот, а этот сорт еще, видите, еще более поздний, еще и листья не выпустили. 4, потому что яблоки обладают разными свойствами. Есть кислотные, есть иные, поэтому чтобы при смешивании получилось именно хорошо. Вот не сперо, не помню до этого, чтобы были. Ну, посмотрим, как и что, вырастут, не вырастут. Ну, главное, растет само дерево. Значит, скоро будет эффект. Шелковица. Черешня уже доцветает и будет спеть. Инжир уже обзавелся полноценными листьями, ну и плоды есть. Также вот доцвел персик. Цветет яблоня, это не сидровая, а которая больше для еды. Поэтому вот. Многострадальный лимон дает новые ростки. Ну и вот он, старый лимон, потихонечку зреет. Ну и также доцветает груша. Ну и зеленеет молодая хурма. Это я ее в том году посадил. Продолжаю косить. Вот. Сегодня сделал заходик. Видите, здесь по траве. Ну, будет чуть отчетливо видно, когда она подсохнет. Ну, в принципе, я думаю, бросается в глаза. Вот. Немножко он там на заходе сделал. Ну, на заходе всегда зарастает, поэтому чуть по чуть надо. Ну и вот был. Была расчищена вот эта вот яблоня. Вот видите, немножко продвинулся, но здесь вот оно все сейчас пахнет свежескошенной травой. В Астурии полноценная весна. Ну и дальше ждет еще много чего. Увидимся в следующий день. Двенадцатое апреля, 27 градусов даже сегодня, прям тепло-тепло. Ну и сейчас доберусь до своего участка и буду продолжать косить. Весна. Все активно цветет. На некоторых деревьях уже не только цветы, но и плоды. Не на яблонях, я имею в виду, а на других, что я показывал. Поэтому. Но у меня, видите, задачка поставлена по расчистке всего участка.
Ну и пойдемте работать. Ну и вот я отсюда начинал ролик. И, соответственно, освобождено еще одна яблоня. Еще одна яблоня освобождена. Вот оно все. Вот это добро. Но это наиболее сложное. Наиболее сложный участок тут остался. Ну, большая часть его из этого сложного участка, конечно, уже пройдена. Вот вы видите. Но, тем не менее, еще есть где работать и много работать. Ну и также еще в начале. Я в начале участка обновил. Там я проходил уже давно. Ну и немножечко обновил в начале участка, чтобы все было хорошо и красиво. Вот. Ну что ж, начинает смеркаться потихонечку. Буду держать путь домой. Птички поют. Увидимся с вами в следующем дне. 13 апреля. Вот хотел снять неподалеку от моего участка. Тоже люди заложили сад. Было пастбище. Теперь вот посадили деревья. Там в ту сторону тоже есть. Там просто люди сидят. Я, чтобы не смущать. Вот. То скажешь, что он снимает. Ну вот, можете увидеть. Вот так вот. То есть последовали, так скажем, моему примеру. Ну а мы идем работать на свой. Ну что, сейчас продолжу по наиболее сложному направлению, по ежевике. Так-то траву гораздо проще, а вот с ежевикой дело тяжелое. Ну что ж, поехали. Ну и вот, закончил я на сегодня работу. Можно сказать, сегодня был в борьбе с ежевикой прорывной день. Вот, пожалуйста, одно дерево. Только что в предыдущем вы видели, оно все было заросшее. Смотрим далее. Вот еще одно. Вон там как раз удалось. Вот еще одно. И еще одно. То есть аж 4. Вот. Дальше в планах. Вот я думаю, где-то вот по эту линию дойду до конца. Вот так вернемся. Все сделаем. Ну и потом верхнюю часть. Потом уже верхнюю часть участка. То есть вот так. Работы, конечно, еще много. Но продолжаем. Увидимся с вами в следующем дне. 16 апреля. Вечер. Вот. Приехал. Сейчас буду работать. Вот. Наверное, все-таки вот там продолжу. Самый такой сложный фронт доводить до конца. Ну, а потом уже вот здесь. Главное, я думаю, пока сосредоточимся там. Ну ладненько, покажу потом, как поработаю. Так, сниму сейчас, потом еще поработаю. Если будет не темно, то тоже сниму. Вот, потому что дозаправлялся, так скажем, горючим. Ну и вот, получается, отсюда. И вот это, видите, да, расчистил. Вот, вот. Получается, сюда, сюда. Дошел до конца впервые, прорубил, так скажем. Окно немного здесь, за вот этим, чуть-чуть деревья. Вот, вот здесь это слива. Слива, но она под деревьями пока не это, надо их порубить будет, то есть тоже расчистить, чтобы нормально было. Вот. Ну вот сейчас заправился, пока еще не темно, чуть поделаю. Надеюсь, успею все горючее использовать. Ну, в общем, в любом случае вот так, то есть я думаю, уж точно успею. Ну а там попробую туда и туда. Вот, ну смотрите, удалось дальше, естественно, продвинуться. Это у нас конец дня. Вот удалось вот это освободить, вот здесь все обойти и вот это вот яблоньку. Ну что ж, чуть по чуть становится лучше. Увидимся с вами дальше.